результат правды. И в очередной раз мы видим, что вы трусливую позицию заняли. Перерыв объявляете. С какой стати перерыв? А с какой стати вы хулиганством занимаетесь? Хулиганством занимаетесь вы, когда против за отмену пенсии голосуете, за повышение налога. Вот это хулиганство. Вот это хулиганство вы скрываете. Да что вы говорите? Я говорю тем самым, да, что у меня нет другой позиции озвучить, значит, ту позицию, которую я занимаю. У меня нет других вариантов, вы меня не оставляете. Вы в очередной раз лишили меня слова. Заткнули рот моим избирателям. Это где такое видно? Что за демократический парламент, а? Вот, не реагируйте на него и все. Все правильно, Михаил. Юрий Михайлович не зря свой хлеб ест. Хорошая зарплата, она должна за нее отрабатывать. Это натуральное хулиганство. Натуральное хулиганство? Это бездействие народную политику. Что делать? Мое имущество, ну? Оно на моем имуществе. Да, не, приклейте, но пониже, пониже. Пониже, пониже, пониже. Я не против, пусть висит, конечно, пусть висит. Так больше лайков, правильно? Видно, конечно. Юлия Михайловна работает на нашу, на наше движение. Она получает здесь хорошую зарплату, ее надо как-то отрабатывать. Вот она, пожалуйста. Стаканчик. Я не буду приклеивать. Ну тогда я приклею, как мне нравится. Нет, ну вы не на мою же клеите. Ну ты же сказал, что можно пониже. Да нет, пониже, чтобы текст не загораживал. Вы текст не загораживаете. Я пониже, чем текст. Скажи, они там, что вы не нет, вы внизу, вот, внизу. Александр Юрьевич вам поможет, Юлия Михайловна. Вы сами не справились. Это сложная задача. Вот самое то место. Вот это правильно, и все будет видно. Смотрите, как хорошо. Поэтому на нашем месте вы не размещаете. А почему не на стену? Потому что мы же на вашем не размещаем.